Пойдемте кое-что интересное покажу. Пошли со мной к холодильнику. Клубника. Две коробки. И стоила эта клубника всего 2 доллара. И она сейчас много где стоит. По 1 доллару за пачку, за 453 грамма. Я так понимаю, сейчас где-то сезон этой клубники, поэтому она так стоит дешево. Эта клубника очень вкусная. Я на днях покупал клубнику за 1 доллар. Она настолько сладкая и сочная была. Это просто не описать. И 2 доллара – это копейки для любого человека в США с любым уровнем достатка. 2 доллара за 2 коробки – это почти килограмм. Там, как правило, в коробочке больше, чем 1 паунд, поэтому выходит примерно килограмм, чуть меньше, может. Ну, зачем покупать клубнику на последние деньги? Ну, камон. Ты мои деньги-то не считай, это тебя вообще не касается, сколько у меня денег и что я на них покупаю. Это не твои заботы. Почему у тебя так триггерит клубника? Почему у некоторых так триггерит клубника? Доступность клубники в Америке. Вкусной, сочной. А? Ку-ку.